Добро пожаловать, друзья, это игра зомби на ПК, первый взгляд, и с вами я, Слоу. Кто не знает, это порт игры с Wii U, и, естественно, после порта игра потеряла вот эту буковку U в конце, поэтому игра называется теперь просто зомби. Доступна она на ПК, Xbox One и PlayStation 4, но сегодня мы будем смотреть эту игру на ПК-версии. Что ж, давайте начинать. Компания... Давайте выберем обычную компанию. Есть два уровня сложности: трус и нормальный. Ну, давайте нормальный выберем. По-моему, игра вышла в 2012 году, насколько я помню, на Wii U. И вот сейчас, спустя где-то 3 года, ее портировали. Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю, и не готовы окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Ну, как вы успели понять, игра полностью на русском языке. Что очень даже хорошо. Ты. Я тебя вижу. Иди на мой голос. В туннель. Хорош глазеть. Быстрее. Итак, перемещайтесь с помощью ВСД, Так, осмотритесь с помощью мыши, я как понимаю, на shift можно бежать. Бегите от зараженных, ничего себе. А как тут? Е-лестница, ага. Ух ты, а как тут? Е-ползти, угу. Ни черта не вижу, вау. Че там, жив ты хоть? Идти сможешь-то хоть, а? Так... Бежать от зараженных. Давайте сначала посмотрим настройки графики. Я тут сначала уже экранчик поменял. Тут, ну, были черные полосы. Да и они сейчас, по-моему, есть. Не знаю. Но эта игра такая. Разрешение. Вот я поставил свое. В синх. Субтитры. Вот может субтитры включить. А яркость. Вот надо яркость. Потому что мне это может быть и нормально, но в игре это будет тускло. Так, поле зрения, перекрестие. Ну, как-то так. Что-то тут нет настройки графики, по-моему. Да, что-то я не вижу тут. Ну, тем не менее, игра идет и нормально. Интересно. Знаете, напоминает мне немножко Outlast. Так, чуть-чуть обыскать. Пусто. Что еще можно обыскать? Так, охренеть. С какой же высоты мы упали? Создать преграду, а что? Ку. А, нужен молоток. Открыть. О. Нажмите F, чтобы использовать фонарик. А, вот. Удерживаем. И он более тусклый. Удерживаем, он более светлый. Понял. Опускать, пусто. Так. Пусто. Снова пусто. Ну, интересно, посмотрим, что будет дальше. Движок тут, конечно же, попроще, чем у той же, например...
Outlast. Ну, играть можно. Пока что все прикольно. Говорили, что графика очень плохая на Wii U. Ну, я бы не сказал. Хорошая очень там графика. Особенно в этой игре. Так, открыть нельзя. О, о, о. Бежать, наверное, надо, да? Воу. Ухо-хо-хо-хо-хо. Давай, открывай. Вот так-то. Это, оказывается, такой пролог был небольшой. Все по сюжету. Хотя сюжета тут особого нету, как говорится в описании. Тут игра про то, кто дольше проживет. Так, Генри Уилкисон. Что это такое? А кровать? Здрасте. Использовать пропуск? Необходим пропуск. Верь или не верь, но я давно знал, что все случится именно так. Отражения нашего видишь, нету, ну... Видишь ту штуку на верстаке? С экраном. Бери ее. Они все хорошо сделали, все хорошо оптимизировали, поэтому я думаю, что на Wii U она смотрится не хуже и... В принципе, вот для меня, человека, который не особо ценит графику, игра выглядит довольно-таки хорошо. Перелезть. Так, что там нам нужно? Взять планшет жизни, комплект выживания, вот это что ли? Клавиатура какая-то. А, во! Ух ты, карта! Мое детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Туда, наверное, надо зайти. Так что я за тобой пригляжу. Не помешай. И... Но сначала свет. В сортире есть генератор. Угу. Видишь зеленый огонек на радаре? Так, вижу. Идем. Только что тут были же. А, вот он. Ух ты. Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Отлично, свет нам не нужен теперь, да? Отлично, все работает. А, но пропуск-то не работает вообще-то. Ознакомьтесь видишь? С заданием. Последний мой подопечный. Где? А, вот. И что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. И что? Найти предыдущего выжившего. Ну, давайте. А пропуск тут у нас нет. А вот, можно пройти. F использует фонарик, удерживайте, чтобы выключить или включить дальний свет. А, ну, на мелком будем играть. Так, сюда можно. А сюда нельзя. Сюда идти. Пока что все линейно, но игра на самом деле не о том, что нам нужно следовать сюжету. Доски вот какие-то. Игра о том, чтобы как можно дольше выжить. И это очень круто. Тут действительно показывается это как действительный такой чётенький хоррор. Так, закрывай. Так. Открываем. Закрываем. Чё-то его нигде нету. А где же он там был-то? Пора испытать твой новый радар. Т? А, вот. Нажимаю Т, и там показана цель. Не привередничай. Бери уже биту. Подожди, так. Патрон для пистолета, отлично. Берем биту. Чтобы подготовить удар, нажмите и удерживайте. Оп, а потом ударьте, нажав. А так сразу нельзя. На нах. Вау. Проломили мне черепушку. На нах. Сначала положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолет и патроны. Рюкзачок. Без них никуда. Да, ух ты, пистолет есть у нас. Доски, фонарик. А как он заряжается? А, автоматически. Средняя аптечка. Давайте быстрый доступ 1. Это быстрый доступ 4. Быстрый доступ 2. Не, вот это быстрый. Нет. Ну, 4 пусть будет. Ну и все. Ку, закрываем. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Так, чтобы прицелиться, нажмите, удерживайте. Ну, это понятно. Можно толкаться на левую кнопку мыши, а можно приготовиться и пострелять. Так, а как? Часов без так, на колесико пилять.
не творить. Угу. Не забывай про сон. К сожалению, движок на самом деле проще, чем я думал, на самом деле. Проще, чем кажется он. Поэтому тут даже прыгать нельзя. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. На какие? А, давай мониторы. Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Отлично. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу. Найти два блока камер около супермаркета. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе. Добраться до рынка на Бриклейн. А мы только что поспали, да? А, сохраниться. Это как камеры сохранение. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. Вот всегда вот угорал с этих сцен, потому что главный герой садился, точнее, ложился на кровать, прямо в одежде, прямо с рюкзаком, как в Булле, например, той же, или еще где-нибудь. Нам нужно туда, да? Но это не наша цель, главное. Наша сейчас цель... Вообще нужно закрывать за собой двери, чтобы зомби не проникли сюда. Давайте выбираться. Где-то нужно найти вот эти камеры. Т надо нажать. Пару сек со ставнями я разберусь. Он сам проскальзывает. Перейдя в мор, используйте, чтобы назначить предметы на ячейки быстрого доступа. Так, ну это понятно, мы уже назначили тут. Так нельзя, вот. Поэтому на колесике меняем мы оружие, а на четверочку можем использовать. О, там зомби. Тихо. У нас есть пулемет, но он привлечет много внимания, видите? Так, тихо. Да. Без пропуска ты не выйдешь. Пропуск. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре сканер? Пока проблем нет. А, удерживать. Включи планшет и поищи вокруг что-нибудь ценное. И не смотри дареному коню в зубы. Угу. Так. Закрывай. Я хочу посмотреть, зомби много тут? Блин, вот забраться нельзя. Да. Обидно. Так, один зомби есть. Тихо. Обыскать. Тихо. Ты чё такая дерзкая, а? Заперто. Чё делать? Что делать-то? Только не говорите же мне, что... А. Я думал, тут стекло. Тихо. На тебе! Да, блин! На тебе! Офигеть, он еще живой. Они такие живенькие. На нах. На нах. Офигеть, зомби живее всех живых. А я-то еще думал. О, газировка. Бери. Отлично. Так, со здоровьем все в порядке. Охренеть, так что видите, тут это действительно как хоррор экшен, а не просто как обычно бывает, беги и убивай. То есть в той же Dying Light, которая у меня пройдена для канала, там такого нету. Там просто бежишь, всех убиваешь и все, ты самый крутой. А вот тут мы действительно долго убиваем зомби. И нужно быть осторожным. Так, это пропуск. Вот так. Все? О, убрать преграду мы не можем. Ну ладно. Перелезаем обратно. И уходим. Благополучненько. Так. Ну все, бежим. До цели. У нас есть пропуск. Закрываем за собой дверь, на всякий случай. Это убежище, мое детище. Ну-ка. Я когда-то водил дружбу Степани. Звали себя Ворон и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что тихо нас ждет. А, серверная. Так, патроны для пистолета, компы всякие, мониторчики, большая аптечка, тоже хорошо. О, черт подери, офигеть. Чувак, он сам повесился от этого ужаса. Или он был укушен? Скорее всего, нет.
Так, спускаемся. Офигеть, вот тут действительно уже становится страшно. Потому что нет такого, что зомби убиваются с двух ударов. Тут действительно нужно постараться, чтобы убить зомби. Так, включаем большой свет. Усиленный. Ну-ка. А, как я понимаю, это переход в другую локацию сейчас только что был, да? Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума. Даже искал лекарства. А, вот тут надо самому ползти. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Так, закрыть. Ничего. Тогда мы понимаем, что лекарства нету. Самое интересное, говорят, то, что если мы умираем, то все, с концами. Нам дают нового персонажа, и мы... Выживем дальше. Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. А, ну я понял. Объясняю. Это я все задал. За безопасности. Угу. Все, можешь входить и выходить. Отлично. Закрывай. Зомби. Да уж. Вот тут жутковато уже на самом деле. Камера повсюду его. Он такой. Чувак. Так, выключаем фонарь. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камеры. Так, зомби, он не видит сканер. Тихо, тихо. Охренеть, вот тут действительно интересно. Это не прохождение, ни в коем случае, это просто первый взгляд, летсплей, называйте как хотите, обзор. Кстати, это был распределительный щит. Ты ведь представляешь, что это? Гнездо для камеры. Угу. Хорошо. Карта обновилась. Из хорошей карты тебе тут сразу конец. Что это такое? Сигнальный огонь. Могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. А, во! Ух ты! Мусорный контейнер, трофей нет. Вещь. Животное. Что? Животное. Какое там животное? А как приблизить? Трофей, да. Животный трофей, ничего себе. С каких это пор? Ключи от машины, какие-то фотографии. Давайте обыщем здесь. Нет ничего интересного. Нет, ничего. Идем. Тихо. Вот интересно, интересно, очень даже. Вот если бы чуть-чуть движок сделать, как в Dying Light, и можно было забираться, прыгать самому. Немножко паркура добавить, вот было бы вообще идеальная игра. Это был бы какой-то Dying Light, только по хардкору, но все-таки. Тихо. На тебе! Нифига, на! Вот два удара, три. Как, зачем обыскивать? Четыре. Пять. За пять где-то ударов примерно зомби погибает. Так, вещь, нету вещи. Тут тоже. Что за животное там было, я не понимаю. Карта обновлена. Так. А что за животное, скажите мне, пожалуйста. Трофей нет. Что там такое? Вещь. Понятно, бан или вещь. Вещь или бан, что там такое? Что это было? Проскользнуть. Внизу, вот чё. Я подозреваю, что здесь... Дверь открыта. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Птичка. Газета. Вступление — лучшая стратегия. Так. Отлично. Отлично, боец. Да, отлично. Попасть в супермаркет. Куда? О, прикольно. Нет, нет, не в убежище, а... Супер. Стоп, подождите, а куда нам надо? Да нет, нам не надо сюда. А туда надо по логике. О, твою мать! Ясно. Давай, давай. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только отлично. Осторожней там.
То есть это супермаркет? Дорога к супермаркету, да? Ну-ка. Зомби. Трофей нет. Трофей нет. Так, идем дальше, да? Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. О, животное. Стоять. Трофей, да. Животное, что ли, надо стрелять? Я не понимаю. Так, сигнальный огонь. Можно использовать сигнальный огонь, чтобы отвлечь зомби. Так, вот супермаркет. А, друзья, может быть, иногда мы будем проводить серии по этой игре. Такие летсплей небольшие по минут 20-30. Но не обещаю, что я буду ее проходить прям. По-моему, тут есть финал, но игра в основном тут нет особого такого сюжета. Так, давайте экипируемся. Так, это мы поставим на третий слот. Нажимаем троечку. И кидаем. А вот, да, работает, работает. Так, так куда ты ж ты кинул? Вот туда нам надо. Все. И теперь по лестнице спускаемся спокойно. Если они убежали, конечно же. Эта зараза еще живая, мне кажется. Если обойти... Подождите. Ага. Они все-таки дохлые. А как тут войти? Тихо. Опускали. Заходим. Сблокировано, да? Интересно, что тогда делать? А вот проход есть, отлично. Пишите, понравилась ли вам серия. Ставьте лайки, если вам действительно понравилось. Пишите свое мнение об этой игре, о первом взгляде моем. Ну и не забывайте... Черт, он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Куда внутрь? Куда? Ты чё? Ёпты. Ёп твою мать! Куда внутрь? Куда внутрь-то? Ёпты! Бежим, бежим! Охереть! Закрывай! Фух! А, кажется... Фух! Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Да уж. Так, ну-ка. Ах ты вот тварь. И все. Я думал, что выстрел будет... Твою мать. На тебе нахер. Коза. Так, ух ты. Патроны. Энергетик. Все, отлично. Заграждение, чтобы... Ищи молоток. Молоток, молоток. Без него часть двери не открыть. Во, молоток! Блин, куда ты? Молоток же! А так. Пока будешь там грать, все, что не привинчено, твое. Так. Все, что не привинчено, мое. Отлично. Это мне нравится, я еврей. Ууу, еда. Тофу, что-то там такое. Если чё. Тут хорошо брусок есть. Так, ух, твою мать. Так, я так понимаю, зомби... Чё это звуки? Что? Или это мы? А, это мы? Ха. Интересно, что это такое? Улучшение разброса. Так, нам быстрее нужно найти камеру. А давайте просто просканируем все. Вот они, что ли? Дверь. Животное какое-то. Вещи, либан. Трофей. Заперто. Так, что там нам нужно? Вот где-то здесь, что ли, показывается? Подождите. А как... Мы только что отсюда, нет? Ладно. Так, закрыть. Давайте лучше сейчас вот сканером просканируем, есть ли вещи или нет где-то.
Так, здесь вещь вот есть. Ну-ка. Доски, твою когда мать. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Опасно. Так, нужно найти щит. О, так. Отлично. Вроде все. Камеры снова работают. Когда сканируешь распред блоки, я взламываю их и подправляю карту. Взгляни на планшет. И? Ну круто, на планшете теперь все работает. Здрасте! На нах! А, ты подлетел, но не умер! Какого черта? Слушайте, там зомби, по-моему. Бери ты пистолет. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Так. Давайте доберемся обратно и, наверное, закончу. Говно. Дерьмо. Убирай брусок. Так. Давай. Убирай ты чертов брусок, валим. Ох, твою мать. Бежим. Убирайся оттуда. Давай, 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 давай. Бежим. Закрывай, закрывай, закрывай. Фуф. Давай, давай, в люк. Вау. Эта игра, мне кажется, будет напрягать вот не прямо как Outlast, но все-таки. Тут действительно по хардкору у ребят все. Это мы пропустим, это просто как перемещение. Ну и мы здесь, друзья. В главном зале есть сейф со знаком ворона. Пора показать, как он работает. Сейф со знаком ворона. Думаю, на этом мы закончим, друзья. Ну вот, на этой вот нотке поспим. Ну, надеюсь, вам понравился перевзгляд. Игра, на самом деле, получилась интересная. Вердикт таков. Если вы особо не задрот и не такой прям мастер в выживаниях, то игра вам очень понравится. Но если вы такой прям уж задрот, мастер 228, то... Я думаю, что для вас игра будет слишком простая. Хотя, я не знаю, честно, не буду судить. Это я просто по первому впечатлению вам говорю, что игра кажется простой местами. Потому что обычный интеллект, вроде можно бежать их. Но играть интересно. Вот посмотрим, если дальше будут всякие новые штучки открываться и будут более... опасные какие-то задания и так далее, то будет интересно. Если же нет, если будет такая же рутина, то это уже не так круто будет. Ну, надеюсь, вам понравилось. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ну, и на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Зомби, порт с Wii U. Порт игры с Wii U. Ну и все, я вроде сказал, что все, что хотел. Все, до новых встреч, друзья, и всем пока.